Руси. 2023 весна. Стенд Завьялова. Товарищество Завьялова. Ребят, приветствую. Выставка, конечно, как обычно, весной радует. Очень много народу, очень много интересного. Приехали замечательные тепловизоры, моторы, лодки, квадроциклы. Техники куча здесь. Да, техники очень много. Я прошел прям полно. Очень много различных гаджетов, снаряжения. И квадроциклы всякие, да, багги, снегоходы. Вот. И очень порадовал, конечно же, живая композиция. Приехали такие мастера, которые обычно приезжают только на клинок. А тут как бы не совсем тематическая ножевая выставка, хотя она и является опосреду, ну как бы выставкой, на которой продаются ножи для рыбалки, для охоты, для туризма. Вот. Но приехали именно уникальные мастера, которые представили интересные вещи. Ну и, конечно, мы со своей стороны привезли тоже интересные новинки. И на этой выставке мы представили для предзаказа вот такой вот нож. Это русская финка Анатолич. Посмотрите, какой ножичек. Данный нож мы сделали в коллаборации с Кизляр ПП. Ребята с Кизляра нам помогли изготовить данную рукоять. Также нам, для нее будет изготовлены ножны из такого же материала. Материал эластрон. Если его подержать в руке, он такой очень тактильно. Как прорезиненная такая. Прорезиненная, да, мягковато. Ну, как бы он чуть-чуть мягкий. И он очень приятный на ощупь, то есть он не скользит. У финки есть темлячное отверстие. Есть вот такой грибочек, характерный для финского ножа. Сделана она из стали, будет 95Х18 термоциклированный и Х12МФ термоциклированный. Все стали будут обязательно прокованы. И мы делаем честные сканди спуски в ноль. Вот это очень важно. Это важно, да. Для финского ножа, скорее всего, это важно. Хотя это не финский нож, это русская финка, Анатолич, еще раз повторюсь. Кто-то нам говорит, что это типа аналогия моры. Ребят, вообще с морой никакой аналогии не проводили. Делали свой нож, делали его по своему видению, то есть делали вот такой клиночек. Мне хотелось сделать такой узкий клинок с настоящими сканди-спусками и небольшой длины. Потому что вот такая вот легкая, удобная финочка, она всенепременно вам пригодится на природе. Вы можете сделать огненное перо, настрогать при помощи огнива от Огнива Про, разжечь костер. Мне, кстати, подарили вот такое вот огниво замечательное. Я уже попробовал, реально искра высекается по-другому, и температура искры совершенно другая. Можно разделать рыбу, можно в лодке там что-то, какие-то манипуляции с леской еще с чем-то провести. На охоте, я думаю, этот нож будет очень удобен для охотников. Ну, скажем, ошкуривать, да, там, зверя, добычу. Короткий клинок. Да, тоже короткий клинок, будет достаточно удобно. Палец поставили, вскрыли и пошли там шкуру снимать. То есть тоже очень удобно. Ну и на природе, мне кажется, вообще незаменимо. Сало, огурец, там, колбаса. Конечно. Наше все. Поэтому, ребят, финка Анатолич. Презентация будет официальная на выставке «Клинок». Сейчас ее можно прийти на выставку «Охота рыболовства на Руси», подержать в руке, потискать, понять, как она для вас. Удобно, неудобно, нравится, не нравится. Можно также оформить предзаказ. Вот. И прийти на выставку «Клинок», забрать свое готовое изделие уже с фирменными ножными. Кизляр ПП и товарищество Завьялова сделали для вас вот такой замечательный нож. Ну, кто не сможет прийти, тому отправят. Тем отправим, да, цена будет достаточно демократичная. Ну, а один из первых ножей мы отправим, конечно, Виктору на обзор. Огниво Про сделает всегда честный, непредвзятый, правильный. Как обычно. Как обычно, да. И, так забегая вперед, у него были мысли сравнить ее с каким-то иностранным ножом, не скажем каким, да? Да, да. И проверить. Кто окажется лучше, да? Конечно. Финка Анатольевич, ждем на выставке. Приходите, друзья. Да. Стенд товарищества Завьялова. КН-80, павильон номер 2. Адрес точный. Да. Краснопресненская, 14. Отлично. Удачи.